В Жезказгане в рамках акции «Таза Су Айдындары» прошел экологический субботник. Около 60 горожан очистили территорию прибрежной зоны Кенгерского водохранилища. Отмечу, субботник организовали Нурас Расузская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства и общественные объединения любителей туризма, охоты и рыбалки. Мы пытаемся таким образом поддержать чистоту и порядок и сохранить частичку нашей природы. Хотелось бы обратиться к жителям города, просьба относиться бережно к нашему богатству, к нашему общему богатству и убирать за собой мусор, не сорить. Родители предложили нам пойти на субботник. Мы, конечно же, сразу согласились, чтобы помочь нашему городу убраться. С каждым годом у нас становится все лучше, больше волонтеров. И также мы решили тоже помогать. Я рада, что у нас есть такие добрые люди, которые помогают.